Я Алексей Кузнецов, потомок героя Советского Союза Назарова Ильи Семеновича. Мой прапрадед, старший сержант Назаров, совершил свой выдающийся подвиг в мае 44 года на подступах к румынскому городу Ясы. На участке батальона в результате прорыва вражеских танков создалось угрожающее положение. Танки пытались зайти в тыл батальона и сбросить обороняющихся бойцов с высоты. Назаров был выделен в группу истребителей по уничтожению прорвавшихся танков противника. Следуя примеру своего командира, он, жертвуя жизнью с призывом «За Родину», с двумя противотанковыми гранатами в руках бросился к шедшему навстречу фашистскому танку «Тигр» и взорвал его. Продвижение вражеских танков было приостановлено, рубеж удержан. На родине героя, в селе Ильинка Новокузнецкого района Кемеровской области, ему установлен памятный бюст, названа одна из улиц села, его имя носит школьный музей боевой и трудовой славы.